Друзья, всем привет! Сегодня, как вы поняли, выпуск не совсем обычный, речь пойдет не о путешествии, и даже готовкой это не назовешь. Сегодня мы будем разговаривать о яблоке. Казалось бы, о простом яблоке, но яблоко это далеко не простое. Честно, если бы я шел по магазину и увидел на полочке вот такой вот сорт, называется он Red Moon, Красная Луна, я бы не обратил особого внимания. Ну, яблоко средних размеров, ну, красное, да, ну, цена на него в два раза или в три выше, чем на обычные яблоки. Например, какие-нибудь Granny Smith стоят, если не ошибаюсь, рублей 90, да, а эти со скидкой стояли по 180. Я бы не обратил на них внимания, если бы не один случай. Накануне я собирался на работу, и вдруг приходит сообщение в нашем чате рабочем нашей бригады новостной. Пишет дружище Макс, вместе работаем, говорит: «Ребята, посмотрите, купил я, говорит, в магазине необычные яблоки», и скидывает фотографию. Я сначала смотрю на фотографию, думаю, ну что тут необычного, красное яблоко. А потом пригляделся, а оно разрезано, то есть это была фотография сердцевины. И яблоко внутри красное, бордовое, как гранат. Я думаю, ну, надо ехать и покупать, и пробовать, потому что, честно говоря, я такого еще в жизни не видел. Так, ну что же, давайте это яблочко будем препарировать. Посмотрим, какое оно внутри. Прикольно? Да, прикольно. Он на вид красный. Красивое яблоко, и еще у него такой красный этот цвет внутри. Сейчас понюхаю. Ого, как вкусно пахнет. Вот у нас в садике не такое яблоко дают. Так, друзья, ну что ж, давайте порежем их на дольки небольшие. С цветом мы уже разобрались. Действительно, красная луна, или, может быть, даже красный полумесяц, когда разрезано на дольки. Осталось попробовать, какие эти яблоки на вкус. Берем дольку и пробуем. Кисловато, больше, чем у обычных яблок, кислотность, мне кажется. И такое чувство, что оно слегка вяжет. Немного рыхловатое, несмотря на то, что плоды довольно крепкие, мякоть рыхловатая. Больше напоминает какие-то, может быть, ранетки, что ли. Ну, не сказать, что прямо незабываемый вкус. Вкус ранеток. Прикольно. Нормально. Ну что ж, я немного почитал в интернете по поводу этих яблок Red Moon. Вывели их не так давно, в 2018 году, и сделали это итальянские селекционеры. Выращивают на небольших площадях сейчас вот эти вот краснолунные яблоки где-то на севере Италии. И вот они уже добрались и до России. Чем эти яблоки отличаются от других сортов? Ну, повышенным содержанием, как пишут, витамина С. Это мы с вами уже поняли, они с кислинкой. И пишут, что очень хорошо помогают при онкологических заболеваниях. Ну, так пишут. Итак, без приготовления блюда сегодня все-таки не обойдется. Алиса решила приготовить витаминный салат. Возьмем яблоки Red Moon, возьмем мандаринку, груши и бананы. Ну что ж, друзья,
Наш фруктовый салат готов. Кусочки несколько разных размеров, да, Лиска? Да, больших, маленьких, средних. Ну разве это важно, когда внутри вот такое красное, красивое яблоко Red Moon? Как золото. Ну почти как золото, да. Только красное. И нам осталось мандарина. Покрошить мандаринку. И можно есть. Да. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да. Пока-пока. И смотреть наш канал.